Привет, я Frosty Templar, и у нас с вами прям симулятор за симулятором. Mind Scanners, симулятор психолога в ретро-футуристичном будущем. Будем его проходить, я записал одну серию, кстати, если не смотрел, то ссылочка будет в описании под видео. Записал одну серию, но думал, что продолжать не буду. Получил комментарий, давай посмотрим, что за игрушка, серии на 2-3 глянем. Если будет однотипно и неинтересно, то, собственно, на него забьем, проходить не будем. Поэтому давайте нажмем назад, тут почему-то такое меню, просто назад, и мы сразу вернулись к работе. Входящее сообщение от структуры. Ладно. Воспользовавшись вашим факсом, мы смогли отследить члена восхода Луны во время нашего общения. Мы узнали кое-что об одной важной мутации. А, это было. Это было в той серии. Эти мутации наделяют своего носителя силой, способной уничтожать машины, работающие на Зиньёко. То есть практически все внутри структуры. Мы назвали эту мутацию импульсом. Ладно. Как и подозревалось, восход Луны намеревается использовать импульс как оружие против структуры. Ладно. Кстати, записывал я этот, как его, Potion Craft и забыл поменять камеру. Ну, в целом, она и так хорошо. Опа, стоять, куда поехала? Не туда. Камеру. Давайте я вернусь наверх. Вот так вот. Вот так вот. Вот тут я посижу, пожалуй. Надо чуть-чуть, наверное, даже. Вот где-то вот здесь я посижу. Думаю, что ничего интересного я не закрою. Помимо этого, он помянул нестабильность импульса. Мы хотим, чтобы вы добыли больше информации об этой нестабильности. Ладно. Агент восхода Луны, самой собой, был изгнан из структуры и сослан в зону отчуждения. Во имя нормальности и структуры. Во имя нормальности и разума. Так, мы с вами бабку не долечили, по-моему, в прошлый раз. Давайте к бабке вернемся. Надо бабку долечить. Бабусь, мы пришли. Личность утрачена, кибернетика функционирует. Будущее в поле зрения. Ладно. Бабусь, будем тебя лечить. Что там у тебя? Так. Время пошло. Будем тебя лечить. Сейчас найдем у тебя тут сильные колебания. И вылечим. Всех вылечим. Ага. Вот тут вот не совсем. Лечим. Пульс. Ага. Лечим. Это не сильно. Сильно. Отлично. Отлично. Сейчас мы тебя, бабусь, вылечим, не переживай. От психоза всех лечим. Лечим, пульс. Отлично, время еще есть. Не то устройство, не то устройство, я понял. Не то устройство. Обычным, обычным. Нет, это не то, зараза, не то. Подождите, вот оно. Так, лечим. Успеем, успеем, успеем. Я тебе говорю, успеем. Вылечили. Так, теперь надо вот этот значок, да? Вот он. Лечим. Я, правда, не помню, что мы, от чего мы ее лечим, но давайте ее вылечим. Лечим, 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 лечим. Отлично. Еще раз. Еще один импульс, бабусь, потерпи. Потерпи, и безумие исчезнет. Безумие пропадет. Лечим. Ах ты же, зараза такая. Хорош. Ну вот, бабусь, с тебя монетки. Лечение завершено. Плюс 15 копеек. Ладно. Ну как ты, бабусь? Будущего нет. Повторяю, будущего нет. Ладно. Ну все. Будущего нет. У нас тут еще есть пациенты, но 37 секунд осталось, поэтому заверши день. Хотите завершить день? Да, хочу. Ну а смысл нам куда-то ехать? Конец дня 6. Техоплата 7 копеек. Спать. Не знаю, правильно ли мы сделали, что бабку вылечили, но, наверное, правильно. Так, телеграмма. Я пишу вам по поручителю родителей тех детей, которые учились у миссис Машиин. Ее неоднозначные уроки теперь стали откровенно утомительными. Она больше не делится своей мудростью, а лишь пересказывает учебник. Вам стоит знать, что ваша аппаратура лечит не только болезни. Сэнди Стоклтон. Хорошо, ладно. Ошиблись. Нас оштрафуют. Опа. Сегодняшние новости. Среди граждан растет тревога, поскольку отчужденцы продолжают собираться за стенами города. Их намерения остаются неизвестными. Далее.
Они начали приходить 6 дней назад, и сегодня возле северных и южных ворот находится уже примерно 3000 отчужденцев. Ранее сегодня конструктор заявил: «Я понимаю ваше беспокойство, но я уверяю вас, что ситуация находится под контролем». Ладно. Так, мы с бабкой ошиблись, бабку лечить не надо. Ну вот этот явно, вот он-то явно нуждается в лечении. Крис пропал без вести и многие годы считался мертвым. По-видимому, он как-то избегал общества. Но недавно его видели возле входа в канализацию, ведущего в подножье, а также в различных кафе. Пойдем лечить. Наверняка псих какой-то. Ну здорово. Крис выскакивает из теней, демонстрирует когти и шипит. Выглядит он ужасно. Ладно. Са-са-са, берегись, поверхностник, берегись, супергрыза, подойдешь слишком близко, и тебя порвут в клочья, супергрыз искусает тебя, и ты заболеешь. Буду держаться подальше, странно, что не ладно. Хорошо, иначе тебя ждет верная смерть, эй, та-та-та-та. Давайте сканером его. Ну-ка. Какие ножки, о-ля-ля! Супергрыз любит смотреть на ножки снизу. Ах ты же извращенец! Но к супергрызу никто не приходит в гости. Супергрыз такой одинокий. Са-са-са-са-са. Извращенец! Извращенец! Нет, ошибка, это одиночество. Но это же извращение! Снизу смотрит, смотрит на вас сверху вниз Кюртиз. Точнее, Крис. Все у него вау, все зашибись. Сый, Капокмен, мой заклятый враг, он был моим боссом. Помыкал мной богатенький ублюдок. Однажды я вырву его бесчувственное сердце и скормлю крыскам. Са-са-са-са-са. Мысли о мести. Правильно. Восточный лифт в зону отчуждения. Меня почти выселили из-за несовершенства системы. Ко мне постучал человек техоплата. Он требовал техоплату за 2 дня, но я уже платил. Пришлось платить еще раз. Уклонялся от техоплаты. Ошибка. Его выселили. Зараза. Какой сложный клиент. Няма-няма. Кусок пирога. Лишь бы не слишком гнилой. Ух. Няма-няма. Выживание. Он пытался выжить. Хорошо. О, мои дорогие крысы, которые заботились обо мне, когда всем было все равно. Они кормили меня, они научили меня ориентироваться в стоках и выживать без вас, злых поверхностников, са-са-са-са-са. Переродился благодаря крысам. Хорошо. Дэн, коллега из прошлого, только он не издевался надо мной на работе. Но я нашел его в сети, его форум, где все писали обо мне гадости и постили уродливые картинки со мной. Ублюдочный предатель, са-са-са-са-са. Был целью издевательства. Хорошо. Ну что ж, тебя надо лечить. Обязательно надо лечить. После долгих издевательств эта заблудшая душа стала считать себя супергероем по имени Супергрыз. Он живет в канализации, отрезанной от общества. Его агрессивное поведение ставит под угрозу его собственное здоровье. Не вменяем. Это по-любому, это вообще безошибочно, это не вменяем. Психогрыжа, размер 12, типы такие-то, такие-то, тип личности, мечтатель. Ожидает лечения, будем лечить. Хорошо. Ну что, тебя надо лечить, дружище. Может быть, твой диагноз верен. Но не ошибись в остальном, супергрыз останется здесь. Ся-ся-ся-ся. Так, надо лечить. Давайте посмотрим его психотип. Такие штуковинки мы можем вылечить вот этой штукой. Нам бы еще какой-то прибор сделать, но пока что не будем, наверное, делать его. Почему? Потому что, во-первых, не хватит времени, а во-вторых, у нас очень мало монеточек. Поэтому давайте попробуем лечить как есть. Так, лечим, лечим, лечим. Вот это очень долгий прибор, прям кошмар. Пока его настроишь, пока его включишь. Есть. И он не должен ли как-то сразу уничтожать целый ряд этих болезней? Потому что по одной это не особо хорошо. Не то устройство. Ну, тогда по старинке. Тогда будем по-старому. Надо купить устройство обязательно. Потому что без устройств лечение очень долго длится. Прям кошмар. Но вроде бы успешно. Так. Вот это.
Лечим. Ах ты ж, зараза. Лечим. Да что ж такое-то? Давай. Да ты, Не боись, вылечим. Спокойно, это просто побочный эффект. Хорошо. На сегодня, я думаю, хватит тебя лечить, а то еще... кончишься прямо тут. Нам бы этого не хотелось. Вот так-то. Ну хорошо, время вышло. Рабочий день окончен. С меня 7 копеек. Гражданину требуется еще лечение. Ладно. Ладно, это уже завтра. Конец дня 7. Техоплаты 7 копеек. Спать. Мало у нас копеек. Очень мало. Надо... Вы видите дочь, тонущую в море проводов. Ну и все. Входящий факс. Идентификационный номер 34424. Не делиться, не обсуждать, не сомневаться. Хорошо. От структуры. Импульс становится угрозой. Из-за этой злостной болезни в носителе развивается внешняя сила, похожая на электрический ток. Эта разрушительная сила может высвобождаться специально или случайно из-за нестабильности. В любом случае последствия катастрофичны, и импульс должен быть остановлен любой ценой. Ладно. Ага, еще что-то. Программа Фарадей – новейшее направление исследований в институте Зиньёко. Ее цель – устранение импульса. Сейчас мы изучаем 5 носителей импульса, также известных как дизрапторы. Если вы встретите дизраптор или любые признаки импульса, немедленно сообщите нам. Ладно. Программа Фарадей – лучшее средство защиты от импульса. Получите гражданство уровня 3, и вы тоже сможете присоединиться к программе Фарадей во имя формальности и разума. Структура. Ладно. Наконец-то нашли способ бороться с импульсом. Эти дизрапторы должны быть остановлены, прежде чем они уничтожат все машины на основе Зиньёко. Вопросы? Да, я волнуюсь. Я тоже работаю на Зиньёко, знаете ли. Черт. Как и весь город. Что ж, возвращайтесь к работе. Сканер. Ладно. Продолжаем лечить нашего друга. Мало времени остается. При переходе прям очень мало. Мы не успеваем лечить. Из-за этого у нас очень мало денег. Я крыса. Я крыса, говорит. Ладно, крыса-то крыса. Черт с тобой. Будем тебя лечить? Лечить. По старинке. Лечим по старинке. Ты извини, но нам придется лечить тебя по старинке. Да, будет бить током. Но я не виноват. У меня нет устройств, мне на работе не выдали, поэтому лечим по-старому. Да что ж такое-то, а? Жадность когда-нибудь меня погубит. Я просто хочу побыстрее его вылечить, чтобы, возможно, перейти к следующей цели. А я его только... пизжу током. Так, ладно. Сейчас все будет. Крис Роудс, стресс. Лечение нужно прекратить. Ладно. Са-са-са-са-са! Отстань от меня! Ладно, ладно, успокойся, ну ошибся. Невидимая сила отбрасывает вас от Криса. Вы пролетаете добрых несколько метров. Вы не ранены, но Крис растворяется в тенях. Ах, и монетки не получил. Короче, нужны обязательно устройства. Ну, пойдемте посмотрим на остальных. Вспыльчивый Джефферсон, один из многих паразитов структуры. Раньше продавал автомобили, но сейчас зарабатывает на техоплату, делая Господь знает что. Недавно его сдержанность побила все рекорды. Так, ну что ж, давайте попробуем перейти. Мы недалеко. У нас останется время для того, чтобы его просканировать и, возможно, его даже чуть-чуть полечить. Какого хера ты тут делаешь, мозгосущая пиявка? Считаешь себя лучше Джефферсона? Да. Стресс. Чего-чего? Херовы сканеры разума. Джефферсон бьет обоими кулаками по стене, оставляя на ней заметный отпечаток. Ладно. Ну хорошо. Давай просканируем тебя, придурок. Ну все, иди нахер, это я не буду описывать. В чем вообще смысл? Мне что, говорить что-то типа, о, а это я в канаве. Напиваюсь до усрачки, смотрите на меня, я такой бесполезный червь. Нахер, иди. Не понял правил сканирования, думает только о себе, жалкое существование. Интересно. Думает только о себе. Неправильно. Почему я подумал, что он думает только о себе? Странный, но знакомый пейзаж. Что-то с этим местом не так. Оно мне не нравится.
А-а-а! Не убивай меня! А-а-а! Снимите его! Снимите его с меня! Паническая атака. Правильно. Уж паническую атаку-то мы определим, да? О, это старая классика Спенсер. Черный мотор, ТС-95. У меня однажды был такой в продаже. Сколько? 15-20 лет назад. Конечно, какой-то толстосум его купил. С тех пор таких не видел. Потеря памяти любит старые автомобили, пал жертвой обмана. Вот тут или он любит старые автомобили, или потеря памяти. Ну давайте попробуем любит старые автомобили. Правильно. Хорошо, мы с вами молодцы, мы с вами психологи, ух. Это не знаю, пушистое и розовое, бля. Этот тест пустая трата времени, я не могу этим заниматься. Взбудоражен. Ага. Короче, тебя надо лечить, дружище. При малейшем недовольстве он взрывается, подобно Зиньёки-бомбе. В молодости его отправили в зону отчуждения на секретное задание. Хотя воспоминания об этом были стерты, рана оказалась слишком глубокой. Не вменяем. Вот чуждиоз у него. Хорошо. Предводитель. Тип личности предводитель. Ожидает лечения. Замечательно. Будем лечить. Что? Невероятно. Нахренятно. Конечно, давай, покопайся в моих мозгах. Чувствуй себя как дома. Да я тебе сейчас глаз на жопу натяну. Натянешь потом. Стресс. Давай тебя сначала от стресса избавим. Совсем чуть-чуть. Теперь полечим. Не то устройство. Так. Ага. Треугольник же этот. Треугольник же и вот это. Огонь. Ага. Так. Треугольник же и этот. Так, треугольник. Не то устройство. Не то устройство, я понял. Лечим по старинке. Лечим, 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 лечим. За зараза, такая. Лечим по старинке. Хорош. Надо как минимум несколько сегодня ему вылечить. А то мы так ни устройство себе не купим, ничего. А так лечить это очень сложно, очень долго. Так, треугольничек лечим. Лечим. Хорошо. Главное, не паникуй. Не паникуй, дружище. Ну что, на сегодня все. На сегодня мы тебя полечили, пожалуй. Я думаю, что продолжим уже завтра. Есть прогресс. Я думаю, что мы вполне справимся с твоим исцелением. Не переживай, я завтра к тебе вернусь. Рабочий день окончен. Гражданину еще нужно лечение. Ладно, это завтра. Конец дня 8, 7 копеек. Спать. Вашего бывшего пациента Криса Роуза изгнали из структуры, когда он напал на своего прежнего босса и попытался убить. Ладно. За проявленную халатность вы оштрафованы. Минус 3 копейки. Да иди ты в сраку! Какие 3 копейки-то? За что 3 копейки-то? Ну, придется его вылечить. Время остается, я думаю, что мы даже справимся с его лечением. Ну что, здорово, Джефферсон! Опять? Хватит ко мне лезть, тварь! Ну, я тебе сейчас покажу, тварь, я тебя сейчас током специально ударю. Лечение. Будет очень больно. Я тебе говорю, будет больно. Никакого аккуратнее. Будет очень, мать его, больно. Скажешь мне еще спасибо, когда я тебя вылечу. И денежку положишь. Мне нужна денежка. Меня оштрафовали, поэтому мне просто нужны деньги. Отлично. Так, лечим другой психотип. А, нет, лечим тот же самый. Замечательно. Так, выбираем вот эту. Нет. Вот эту. Лечим, лечим, лечим. А-а-а! Зараза. Лечим, 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 лечим. Отлично. Да что ж такое-то, долбанный стресс. Ладно, не будем сильно рисковать, надо его вылечить. Нам нужны деньги. Время есть, я думаю, что можем потихонечку его лечить. Хорошо. Да что ж ты, зараза, делаешь-то, а? Так, ладно.
Давайте стресс. Стресс понизим. Промах. Хорошо. Не спешим. Тут главное не спешить. Потому что несколько ошибок, и он окочурится прямо тут. Так, давай долечивать. Отлично, остался последний. Да зараза, что ж такое-то? Чуть-чуть сильнее нажимаешь, и все. Вот, вот, говорю же, вылечим тебя. Все, пойдешь на работу, будешь машины продавать. Лечение завершено. 15 копеек. Быть вежливым, быть сговорчивым, найти работу. Правильно думаешь. Ну вот. Так, давайте еще как кому-нибудь скатаемся. Друзья зовут Кейси Сокровищницы за его любовь к своей коллекции игрушек и видеоигр. Крупнейший в структуре, между прочим. Друзья начали беспокоиться, поскольку увлечение начало заходить слишком далеко. Перейти. Попробуем его отсканировать. Хотя бы успеть. Знаю, знаю, наследство почти не осталось. Ля-ля-ля, тополя, на техоплату денег нет. Вы продадите коллекцию с молотка, только хрена вам лысого, это коллекция моя жизнь. Моя! А, погодите-ка, вы не за техоплатой? Нет. Вы сканер разума. Я не вызывал сканера разума. Удачи пробиться в мой мозг. Он защищен блистерной упаковкой нерушимой морали и целехоньких воспоминаний. И все в алфавитном порядке, само собой. Блистерная упаковка? Все абсолютно... Ты смотри, что это с ним? Все абсолютно новенькое и нетронутое, как моя коллекция фигурок, игр и кинопостеров. Ни одна грязная рука не притрагивалась к моей коллекции. Ни одна. Ладно. Давайте я просканируем. Что ты видишь? Плакат к ремейку «Тигриного языка», который вышел 7 лет назад. Потратил 50 копеек на оригинальный плакат. Лучшая версия, без базара. Если не согласны, можете пойти убиться об стену. Ясно? Дорогое хобби не любит обсуждения. Не любит обсуждения. Нет, дорогое хобби все-таки. Хорошо. И мой первый экспонат. Строительный хруст. Овсянка на завтрак. У меня есть коробки от всех завтраков, которые когда-либо выпускались. А они не перестают придумывать новые вкусы. Я ради них отдельную комнату оплачиваю. Коллекционер с детства. Хорошо. Похоже на Томаса, моего старого друга. Из всех моих друзей только он ничего не собирает. Каким же он стал занудой, душнилой. Продай свою коллекцию, найди нормальную работу, только через мой труп. Проигнорировал хороший совет. Все друзья коллекционер. Нет, проигнорировал хороший совет. Хотя, может быть, друзья коллекционер. Ну, давайте совет. Правильно, отлично. Картридж «Колоды власти» — лучшая в мире игра. Ричард Дель Ромео — гений. У меня, само собой, все его игры. Если бы вы только знали, с кем мне пришлось переспать ради перчаточной версии от шлепа. Хорош в постели, уважает умных людей, хочет обладать всем. Отлично. Так, ну давай посмотрим. Коллекция Кейси растет с такой скоростью, что скоро его банковский счет опустеет, поскольку он оказывается продавать накопленное и работать. Рано или поздно его ждет выселение из структуры. Невменяем. Я считаю, что невменяемый. Гиперколлекцит. Размер 13. Типы такие-то, такие-то. Тип личности. Делец. Делец на дуде и грец, тебя придется вылечить. Ну давай попробуем. Ну конечно, давайте вылечим чудака. Сунем его под нож за любовь к сохранению игрушек. Да что за бред? Кайлар, для вас безумие. Грюнтус, безумие. Винус из Лайозиса. Тендрик, надзиратель, Донни, драть его в жопу тамп. Я не псих. Что ты сказал? Я не понял вообще. Я тебя вылечу. Ты извини, но я буду тебя лечить. Буду лечить. Какая у тебя желтая странная кожа. Не то устройство. Так. Загагуля, треугольник, треугольник. Загагуля, треугольник, треугольник. Хорошо. Треугольник, загагуля, загагуля. Треугольник, загагуля, загагуля. Несколько вылечим и закончим. Жопа, загагуля, треугольник. Жопа, загагуля, треугольник. Хорошо. Подожди, подожди, не то устройство. Ну все, продолжим уже завтра, я к тебе завтра вернусь, ты далеко, пожалуйста, не уходи, мы обязательно лечение продолжим. Мы, опять же, добились очень большого успеха в твоей голове. Ладно. Хорошо. Конец дня 9, техоплата 7 копеек.
Я так устройство себе новое не куплю. У меня просто снимают деньги. Вы просыпаетесь раз за разом, но это все еще сон? Я не знаю. Мне только что повстречался мой старый приятель Джефферсон. Он был сам не свой, а потом он рассказал мне, что прошел через терапию, что вы его вылечили. Я не знаю, что вы сделали, но так нельзя. Ну ты извини, он был опасен для общества. В смысле нельзя? Сканер разума. Вы накопили 113 науки, поэтому мы должны поздравить вас с получением гражданства уровня 2. Науку? А, 113 науки? Ладно. Гражданство уровня 2 дает множество прав. Бесплатная парковка, доступ к лучшим овощам. И не забудьте, станете гражданином уровня 3, получите доступ в институт Зиньёка. Ладно. Хорошо. Так, продолжаем лечить пацана. Лучше бы на самом деле со вторым уровнем нам просто снизили оплату. Вот это было бы удобно. 80, ты где там спрятался-то? Ну ладно, попробуем тебя вылечить. Может быть успеем. Без новых устройств очень тяжко их всех лечить. Оф, ну что опять? Что такое важное должно было случиться, что меня отрывает от моей сортировки новой коллекции неоригинальных бластеров-бабастеров, а? Лечение, дружище, лечение, будем тебя лечить. Так, подожди, не то устройство, я понял. Будем лечить. Треугольничек. Зараза. Да зараза. Ладно, аккуратно. Не будем сильно рисковать, время есть. Да что ж ты будешь делать-то? Совсем легонечко нажимаешь? Устройство починить мне не могут. Как техоплату с меня забирать, так всегда пожалуйста. А устройство починить не могут. Что за народ такой, а? Как будто в России живем. Хорошо. Так, вот это лечим. Отлично. Вот сейчас бы устройство, которое просто сломало бы целый ряд, было бы очень удобно, очень полезно. Отлично. Еще раз. Но я так и знал. Буду по чуть-чуть. У меня нет времени на то, чтобы его лечить от стресса, поэтому буду аккуратно. Да что ж ты будешь делать-то? Нет, прекратить нельзя. Будем продолжать. Продолжать, пока не вылечишься. Вылечишься у меня все вылечиваются. Все лечатся, вылечиваются. Поэтому терпи. Ты же не тряпка какая-то, поэтому терпи, говорю. Ну, ударила током пару раз. Ну, еще раз ударил, ну. Не страшно. Вот видишь, все же хорошо. Не успеем, да? Хотя... Не, не успеем. За 5 секунд останется еще одна. Завтра продолжим. Это очень мало времени дается. Рабочий день окончен. Почему мы работаем всего в день 200 секунд? Объясните мне, пожалуйста. Ну что это такое? Что это за рабочий день такой 200 секунд? Это сколько часов? Это 4 часа? Даже меньше. Спать. У меня-то копеек не останется. Я их лечу, я их лечу. У меня ни копеек не остается. Ничего, даже устройство купить не могу. Ну что за дела? Сегодняшние новости. Очередной выход импульса случился сегодня в лапшичной Джека в Подножье. Печь взорвалась, когда один из поваров готовил еду. К счастью, никто не пострадал. Владелец Джек Фрэнсис заявил: зная, что он глушак, я бы его ни за что не нанял. Дизраптор уже заключен под стражу. Хорошо. Будь прокляты эти глушаки! Управлять городом и так сложно, даже без дизрапторов, которые все крушат. Импульс — грозная штука, это оружие Фарадея нам точно не помешает. Ладно. Мы слышали о выходе импульса в торговом центре Кейпок в соглашении несколько месяцев назад. Ну и бардак там был. Ладно. Сгорели все устройства на основе Зиньёка в отделе одежды и тканей. Посетители отказались заперты за шлюзовыми дверями. Началась паника. А они только хотели купить новые штанишки. Говорю вам, без технологии жители структуры превращаются в диких зверей. Ладно. Ой, как много всего, но нам надо долечить пацана. До него 70 ехать. Почему так долго-то? 70 целых ехать. Да долго до тебя... Чапать-чапалахать-то очень долго. Прям безумно долго.
Нужно покупать больше всего. Не боись. Остался один разряд током, и мы тебя вылечим. Все. Мы тебя вылечили, не бойся, не переживай. Найди работу, найди семью, девушку там, и живи спокойно, как хочется. Ну, как хочется нам, а не как хочется тебе, конечно же. Ладно. Должен продать мое барахло. Да. Желательно мне, чтобы я его перепродал. Так, ну что, давайте еще кому-нибудь сгоняем. 60. Кому-нибудь, где поменьше ехать. Вот есть какая-то девушка. Имя при рождении. Бекки Джо Смис. Установив себе импланты, она взяла себе имя... Имя Кристин. И быстро превратилась в одного из самых громких и ярых киберактивистов нашего города. Поехали. Мне кажется, она вменяема. Привет, киборг. Нет. Не хочешь брошюру? Там не так много текста. У меня они всегда с собой. Конечно. Давай. Кристин протягивает вам брошюру. Цветастая обложка гласит: «Киборги тоже люди. Как стать единым с машиной за 10 шагов?» Вы открываете ее. Ладно. На первый... Говорится, они могут быть вашим соседом, ремонтником видеоэкранов или даже парой. Киборги живут в мире рядом с нами, но многие люди все еще их боятся. Мне нужно тебя просканировать. Дорогая. Ого, ну это точно не вселяет уверенности, но я понимаю. Давай, сканер. Уроки танцев. В моем районе. Все должны на них ходить. В твоем шлеме выглядит красиво, но... Как же я отстойно двигалась? Мои ноги никогда не делали то, что им говорил мозг. Разочаровалась в своем теле. Верно. Твое тело — это твое тело. Твое тело — твое дело, поэтому не разочаровывайся никогда в своем теле. Знак, который изображен на двери нашего тайного киберклуба. У наших ребят есть кое-какие умные идеи, как разобраться с проблемой кожанок. Прогресс требует жертв. Так. Знак, который изображен на двери нашего тайного киберклуба. У наших ребят есть кое-какие умные идеи, как разобраться с проблемой кожанок. Прогресс требует дверь. Экстремальные способы. Наверное, под кожанками она имеет в виду кожаных людей, потому что мы все кожаные мешки. Ты и я кожаные мешки. Правильно. Хорошо. Старенький робот-официант из электролапшичной. Сейчас его пустили на металлолом. Но когда я была маленькой, я думала, похоже, у тебя в жизни все пучком. Мечтает стать официанткой, инфантильно уважает механическую жизнь. Правильно. 3 из 3. Молодцы. Она вменяема. Кристин выработала невыразимую ненависть к людям без кибернетических имплантов и стремится превратить каждого гражданина в киборга, чего бы это ни стоило. Ну, вообще-то звучит как невменяемая. Но давайте ей сделаем вменяемое. Почему бы и да? Вменяем. Тип личности. Предводитель. Лечение не требуется. Хорошо. Пациент признан вменяемым. Дальнейших действий не требуется. Плюс 3 копейки, ладно. Спасибо, родственная душа. Теперь мне все по плечу. Я прошла проверку и теперь ни перед чем не остановлюсь. Надеюсь, еще увидимся. Ах, да, обязательно улучши свое тело. Не пожалеешь. Ладно, хорошо. Так, ну что, может быть, еще кого-то успеем просканировать? 55-60. Давайте деда просканируем. По словам коллег, Лао в последние несколько недель очень нервничает. Он подпрыгивает на месте, когда кто-нибудь стучится в дверь и уже не в состоянии водить такси. Давайте попробуем. Сейчас до него доедем и узнаем. Черт! Это... Здравствуйте! Чем я могу помочь-то? Сканер. Держи. Ха! Как красиво! Кажется, это... водопад, и я в нем купаюсь. Считает себя рыбой, не разбирается в масштабе, любит природу. Правильно. Отлично. Нет, я не могу, не могу. Я... Ты импульс! Ай-яй-яй, простите, простите. Мне очень жаль. Я не знаю, почему такое постоянно происходит. Я дам вам денег на ремонт. Только... Пожалуйста, никому не говорите. Я возьму деньги?
Но давай это, я все равно расскажу, ты импульс. Давайте деньги. 10 копеек себе, в сраку их засунь, 10 копеек себе. Ты знаешь, сколько это стоит? Ага, ваш видеоэкран просто вдребезги, что случилось? Он дизраптор, ловите его, дизраптора ловите. Святые угодники, я зову подмогу, этого психа должны задержать. Итак, нельзя, чтобы вы работали с поврежденным оборудованием. Ожидайте посылку замены устройства, совершенно бесплатно, разумеется. Ладно. Так, ну все, давайте следующий день. Да, заверши день, у нас устройство сломалось, поэтому давайте спать. Вам доставляют посылку, внутри вы находите новое устройство для сканирования разума и сменный видеоэкран. Хорошо, здорово. Вот так, навехонький видеоэкран для всех ваших зрительных нужд. И в комплекте даже пачка жевательной резинки. Здорово. Приятно, конечно, да. Конец дня 11, техоплата 7 копеек. Хорошо. Вы смотрите в зеркало, вы чешете ухо, наружу выползает жук, а затем еще один, и еще, и еще. Нет там жуков. Я проверил. Ну что ж, я думаю, что уже прочитаем это поступившее сообщение в следующий раз. А сейчас давайте на этом закончим. Еще, я думаю, серии 2 поиграем как минимум. Ну, 1-2, я думаю, точно осилим. Попробуем всех вылечить, посмотрим, куда движется сюжет. И там дальше разберемся. Ну а сейчас подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк. Комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч.